Сурском водохранилище, из которого идет забор, в ресурсоснабжающей сети Заречного ухудшилось качество воды. Но бояться нечего. Такая ситуация возникает каждый год в паводковый период. Вместе с талым снегом в водоем попадает мусор и грязь. Если зимой была мутность у нас 0,7-0,6 миллиграммов на литр, то сейчас 1,8 миллиграмм на литр, 2 миллиграмм на литр. Но прежде чем попасть в водопровод и квартиры горожан, живительная влага проходит специальную многоступенчатую подготовку. В паводковый период контроль за качеством воды усиливается. Корректируется процесс водоочистки. Могут немного увеличиваться дозы тех реагентов, которые мы добавляем в воду. Мы добавляем для улучшения, значит, чтобы укрупнялись вещества при осаждении. Коагулянт добавляем, алюминий серно-кислый. И в период паводка мы еще добавляем флокулянт, чтобы быстрее процесс осаждения был. И еще обеззараживание производим хлором. Сотрудники энергопромресурса каждую неделю делают заборы проб в 25 различных точках Заречного. Анализы, которые сделаны в лаборатории ресурсоснабжающей организации Заречного, показывают, что в настоящий момент качество воды в городских сетях соответствует нормативам. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».